Так, окей, давай заходи в желтые. Я в желтой. Ты в желтой? Блин, а да, мы в желтой. Это какая карта? Подожди, ради интереса. Будущее. Будущее? Она так называлась, типа? Это какая-то прям карта, я не знаю, это прям. Нашу? А в смысле козел? Это я закрыл. А, да? На стене до сих пор. Боже, та же самая жиза, боже, та же самая. Типа в школе, например, сижу такой, придумал какую-то классную фигуру. Я ее кому-то нарисовал. Потом думаю, что сейчас дома нарисую и все. Так, осталось только лучший меч купить. Какой-то подвал? Вау! Не, слушай, я походу еще мало, кроме Бедварса, в Скайварс пробовал играть. Ну, знаешь, как-то она скучная. Скайварс очень сложный. Ты помнишь это, как его, это какой год тогда был? Это же вроде бы 20-й или 19-й, типа, Бэдгай на Скайварсе, типа, тын-тын-тын-тын, на нотных блоках, или как там... Танет негры с гробом, с гробом. У меня даже сама песня, ремикс на нее остался с 20-го. На красных. А давай мы им отомстим, типа, за красных. Я могу уничтожить все синие, давай уничтожим все синие. Все, я разрушил синие команды. Ой, да я скинул его. Можно я возьму? А, ладно. Лишь бы не пропало, лишь бы не пропало. А железо пропало. А у тебя какой меч? У тебя деревянный только меч? Давайте мне железный меч. Ага, только, пожалуй... Сейчас я выброшу. А откуда у меня каменный? Откуда у меня каменный? Вот в чем вопрос. Тебе... А, он. Так, ладно, осталось только без паники. Всего лишь день начался, а надо уже успокоиться. Подожди, я красных вижу. Хочу мне их уничтожить. Ура! Чего? Это что было? А ты где? Ну ладно, я не важно. Спасибо за просмотр моего видео. Не забудь подписаться на этот и на тот канал. Увидимся в следующее время.